Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить Family Link на вашем устройстве Realme Narzo 20A. Для начала вот у нас слева аккаунт родителя, справа у нас на нашем Realme аккаунт ребенка. Переходим на главное меню, видим, что у нас ничего, практически никаких приложений нету. Они были заблокированы Family Link. Итак, для начала мы заходим в настройки и спускаемся в самый низ. После чего заходим во вкладку Google, жмем управление аккаунтом. После чего пролистываем на во вкладку данные и персонализация и спускаемся чуть ниже. Выбираем функцию удаления сервиса или аккаунта. Сразу же предисловие скажу, что впоследствии мы его сможем легко восстановить и не стоит бояться за потерю своего аккаунта. Пролистываем здесь чуть ниже и выбираем функцию удалить аккаунт. Вводим пароль от email адреса ребенка. После чего у нас появляется вот такая страничка предупреждения, в которой мы должны проставить галочки во всех чекбоксах и жмем удалить аккаунт. Если у нас выскакивает вот такая вот ошибка, значит мы все сделали правильно. Переходим на рабочий стол и начинаем видеть, как начинают потихоньку появляться наши приложения, которые до этого были заблокированы Family Link. И теперь нам нужно восстановить наш аккаунт. Для этого мы заходим в Play Market. Нажимаем на кнопочку «Войти». И теперь вводим адрес электронной почты ребенка, который мы только что удалили. После чего видим, что аккаунт был удален недавно, и его можно восстановить. Отлично, жмем «Далее». И вводим пароль от аккаунта ребенка. Далее нас приветствует вот такая вот страничка сервисов Google. Мы отключаем резервную копию и жмем «Принять». Вводим все по новой. И вот пишет, что аккаунт уже добавлен на устройство. Не знаю, как так произошло. Ну, давайте проверим. Да, видим, что аккаунт был успешно восстановлен. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!